Отремонтированные кабинеты, процедурные, операционные. Современная медицина дошла и до этого корпуса первой горбольницы. Здесь располагается дневной стационар онкологического отделения. Ирина 7 лет назад пережила операцию. Теперь нужен постоянный контроль за здоровьем. Сегодня женщина пришла на капельницу. Заходить было неприятно. Все обшарпано, такое все старинное. Сейчас современно, все сделано. Пациенты проходят здесь не только послеоперационное лечение. С подозрением на рак в диспансер направляют из городских поликлиник, чтобы уточнить диагноз, выбрать схему лечения. За сутки диспансер принимает больше 90 человек. После ремонта запись на консультацию возможна и через интернет. Уникальные процедуры – это химиотерапевтическое лечение, конечно. То есть есть возможность больным не госпитализироваться в стационар, а проводиться в амбулаторных условиях. 7,5 тысяч человек сегодня состоят на учете в онкодиспансере. Ежегодно список пополняется на 1000. В 75% случаев болезни диагностируют на ранних стадиях. Четверть пациентов, увы, приходят слишком поздно. К сожалению, онкология на сегодняшний день молодеет. Нам приходится сталкиваться с выявлением онкологических заболеваний даже у детей. Значит, на сегодняшний день, конечно, основная зона риска и группа риска – это люди после 50 лет, то есть люди зрелого и пожилого возраста. Ремонт стал долгожданным не только для череповчан. Онкодиспансер обслуживает жителей Череповецкого, Бабаевского, Тегорского, Устюженского районов. Действительно, мы оказываем помощь и жителям близлежащих, в основном это северо-западные районы Вологодской области, но в настоящее время процент где-то 20-25. На ремонт онкологического стационара было выделено больше 20 миллионов рублей. Сейчас освоена лишь половина денег. В здании радиоизотопной лаборатории, что по соседству, еще идут работы. Вот эта целевая программа открыла абсолютно новые возможности для здравоохранения. Раньше город о таких средствах не мог даже и мечтать. Ни на городском, ни на региональном уровне мы не могли сконцентрировать такие ресурсы для столь масштабных ремонтов, капитальных ремонтов и приобретения оборудования. Помимо отремонтированных стен, пациенты и врачи онкодиспансера получили и современное оборудование. Среди ожидаемых новинок – томограф.